В Чебоксарах подвели итоги реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. По плану благоустроить должны были 25 дворов и 3 общественных пространства. На эти цели выделили более 160 миллионов рублей. Сейчас все работы завершены, но по многим объектам есть ряд замечаний. Устранить их должны в ближайшие сроки, а до 10 декабря предоставить всю документацию заказчику, управлению ЖКХ. Отдельный список – ошибки проектирования. Например, в некоторых дворах установили баскетбольные кольца, но не заасфальтировали площадку. Предусмотрели освещение, но без кронирования деревьев. К 20 мая все недоработки, все дополнительные работы мы должны выделить. По проектировщикам также. Возились, Чуваш граждан проектом, куча замечаний, такое ощущение, что по части территории они даже не выезжали во дворы. Провести также претензионную работу, сэкономить средства. Глава столичной администрации напомнил, сейчас начата работа по формированию списков дворов участников на будущий год, и подобных ошибок быть не должно. Принять участие в обсуждении программы и высказать предложение можно в администрации Чебоксар до 21 декабря или отправить письмо по электронной почте.